Вот вы спрашиваете, чем я занимаюсь в деревне, а я сейчас еду в тренажерный зал. Меня уже ждет такси. Мам, пока, скоро приеду. Давай. Садимся в такси. Здравствуйте. До тренажерного зала мне ехать 10 километров. А могла ведь лежать на диване. Так вот, мы приехали в другую деревню. Залетаем. О, это все мои медали. Это мой самый первый тренажерный зал, где я начинала заниматься. Вот сам тренажерный зал. Сейчас я вам покажу его источник. Господи, это трудно. Я сняла в тренажерном зале, но мы сейчас идем в рыбный магазин. Вот, эти даже щупальца осьминога продаются. Такие огромные креветки. Сегодня у нас будут креветки на ужин. Можете на сковородку пожарить? Да, ты же худеть собирался. Да.